Всем привет! И я предлагаю вам со мной размять наше тело и запустить его в работу. Наша утренняя практика с использованием немножечко travel движений и немного йоги. Наверх вдох. Вытягиваемся высоко наверх. Хорошо. В одну сторону. Стараемся растянуть наш бочок. И в другую. Вытягиваем, вытягиваем корпус. Молодцы. Очень хорошо. Прекрасно. Итак, начинаем от головы. Мягкие вращения. В другую сторону. Включаем все наши суставы в работу. Прекрасно. И наружу. Хорошо, 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 хорошо работаем. Молодцы, здорово. В запястье. Наружу. Вовнутрь. Встряхнули. Наше тело, корпус раскручиваем в стороны. Начинаем включать в работу и обратно. И вовнутрь. Очень хорошо. Замечательно. Наверх вдох. Вытягиваем наше тело. Опускаемся вниз. Расслабляем голову, расслабляем макушку. И тянемся максимально вниз. Дышим, дышим, дышим. На другой краешек и становимся в горку, хорошо прогибая себя в грудном отделе. Чувствуем нашу спинку, тянемся грудной клеткой, хорошо ее раскрываем. Ой, хорошо. Подгибаем коленки, переносим вес на ручки, наш локоть четко под вашей кистью, плечи под кистью. Колени согнуты, тянутся вниз и чувствуем угол 90 градусов. Молодцы. Хорошо. Назад в горку. И в собаку ногой вниз. И еще разок. Стараемся подтянуть все мышцы пресса к пояснице. И еще. Переходим в кобру, прогибаемся наверх и назад от ягодицы, становимся обратно вниз, макушка тянется в пол и еще раз перекатим себя, расслабляем себя, расслабляем тело, можно покататься из стороны в сторону и наверх.
попочкой, немножко подсогнули колени, мы делаем волну, округляя всю нашу спинку, мягко переносим вес на ручки. Упираемся в колени, переходим в позу ребенка. И поднимаемся вверх. И от попочки еще раз. Хоп. Вниз. Назад. Поднимаемся. Хоп. Молодцы. Ощущаем, как наш позвоночник становится гибче. Хорошо. Вот так. Умнички. Прекрасно. Молодцы. Над нами палочка, и мы проползаем вперед, максимально тянем грудь возле пола и обратно. Хоп. Молодцы. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. И назад. И вперед. Чувствуем наше тело, оно начинает включаться в работу. Очень здорово. Молодцы. Хорошо. И последний раз. Хоп. Прекрасно. Становимся в позу стола. Ваши ручки четко под плечами, колено под бедром, и мы начинаем с вами рисовать круг от таза. Раскручивая себя. Раскручивая свое тело, погружаясь в свои ощущения, расслабляя голову и мягко начинаем вращать всем телом. Немножко подгибаем локти, расслабляем все-все-все тело. Очень хорошо. Дышим, дышим, дышим. Молодцы. Максимально потянули нашу спинку наверх, выгнулись в кошку и опустили вниз. Супер. Еще раз вверх и вниз. Очень хорошо. И в другую сторону начинаем вращать. От копчика медленно, спокойно. Плавно, расслабленно. Чувствуем, как наше тело становится мягким, подвижным. Наш мозг успокаивается. И мы расслаблены. Дышим. Прекрасно, молодцы. Голову так же самое полностью расслабляем. И тянемся максимально спинкой наверх. Очень хорошо. Прекрасно, молодцы. Поднимаемся наверх. Собаку мордой вниз. Хорошо, подходим ножками. Тянемся к полу. Прекрасно. Переносим вес на носочки, на пяточки. Здорово. Очень хорошо. Подсаживаемся медленно, от копчика поднимаемся. Хорошо, раскручиваем наши плечи. Замечательно. Медленно круг головой в одну сторону, в другую сторону. Расслабили тело. Наверх вдох. Выдох. Молодцы. Еще раз вдох. Выдох. Хорошо. Вдох. Потянулись. Улыбнулись. Выдох. Спасибо за супер практику. До встречи на новых видео.